Фашизм не пройдет! 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 Фашизм! Да какая единая Украина после того, что натворили эти преступники? Они не понимают, что своими действиями они подвели черту под этой единой Украиной, которой никогда и не было. Что вы сегодня так многочисленно пришли сюда. Это очень важно, видеть вашу поддержку. Очень тяжелым сердцем я уехала из Славянска. Тяжело было оставить мирное население, которое разбомбят просто. Видела бабушку без ног, с вываленными кишками просто. Страшно, что они творят. И хочу вам сказать, я не смогла спокойно сидеть у себя и смотреть, как убивает русских мирное население. И решила приехать сюда, несмотря ни на что. Вам спасибо, дорогие. Они прекрасно понимают, что если они лишатся здесь своего имущества, если будет создана Новороссия... Ничто не забыто, никто не забыт. Не простим, не забудем.